два человека не в инсте, давайте чистить трэш. Да, Дима, Джервин, говори. Джервин, говори. Чуванёк, я это... Первый раз в жизни, наверное, по ФК-шу в раш, мне надо зайти на 5 минут. Хорошо. Давай. Хорошо. Только встань так, чтобы это не сагрить халю. Так, блядь, твой хант около инста. Зайди на ханта и бей трэш. Давайте это фризи. Фризи и этот второй ДК. Ой, ты должен хилить как батя. Эй, есть батя. Блядь, хуёво, что один шипа, один гим, ну ладно. Вытяни ДК, вытяни. Сейчас я подбиваю. Уйдите, сова, уеби отсюда. Бей, бейте командира. Стоит такой, бля, вращает. Хахан, ты кто в инсте на пульте, этот мелкий, ну, трэш, вот этот. На протопала майфрейм, пожалуйста. Ханты. Выберите два ханта, дайте на пулком. Приведите там трех мобов пачку отдельно. Приведите их еще. Вторую пачку огромную не агрите с командиром. Убьем впервые этих. Троих мелких можете привести пока что. Бегите там, Эрдру, Марат, сбегай с ДК, чтобы он не умер там. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Хорошо, настраивай, только поскорее. Вливайте активно вот эту всю шушеву, что осталось. Так, заберите с меня моба этого одного. Кто остался? Два моба остались. ДК заберите. И один ДК танк, беги со мной. Там небесный, где этот друид? Я релогаю, сейчас иду. Ну давай шевели, потому что мы уже плохо почистили. ДК, иди сюда. Дернешь командира, вот звездочку я тебе поставил. Дерни командира. Не сыграйте в командира все. Ханты, это трэш на меня, на пульте. Погоди, ханты лутаются, погоди. У меня ревностный прокнул, хоть один хил, подбегите ко мне. Бля, вот, молодец, сообразил. Батя. Тебя еще откинуло, краска на костала. Ну, да я видел, видел. Ну, поэтому я начал бежать, ну, увидел, где ты там руки поднял. Бейте сюда, к дереву, блядь. Ну добейте командира. Бегите, каноба киньте, там я сдох. Вот, бери пока лес, если... Да. Я тем, кто не бил, не бьет трэш, вот, ну, кроме Димы Джерриона, я вам дам минус к ЕП после убийства босса от Мими, блядь, чтобы, ну, вам было неповадно. Дима хоть попросился, а вы нахуй вообще, ну, не соизволили, блядь, что-то сказать. Я пока не могу прочитать это заклинание. У вас пул? Да.
Да сейчас, если ну, они не зайдут за 3 секунды, вот этот друид, что там качается, бегает. Вот. Ах, покупаю фласки сейчас. Не качаюсь. Ну, короче, не знаю, что ты делаешь, но ты должен не покупать фласки. За это время можно их, блядь, насобирать траву и, блядь, сделать тебе стак фласок на месяц вперед, ебаный рот. Давайте этот самый быстренько, блядь, к Собиану. Этот, фибрилляция, слышишь меня? Агрик, стол сразу ставь. Стойте, не агрите. Спасибо. Что ты три себя хилишь, тьму свет? Что скажет, то и буду. Трися будет эту свету с тобой хилить. Пизда свету, блядь. Этот фибрилляция заходит на этого. На приста. Сейчас. Я жду, пока фибрилляция плюсанет. Давайте быстренько. Можно убить 2 РС еще до 25 гера, если пошевелимся. Фибрилляция вышел с инста, шаман, или стоит в инсте, хочет КД поймать? Где вот этот шаман? Катасу Монти. Сейчас фибрилляцию выкинешь, чтобы там, ну, этот шаман без РК идет или что там. Сейчас шамана выкинет, чтобы он КД не ловил. Пускай заходит ШП. А где оба ханта? Так, все готовы. Это Дарт Вейдер, почему ты еще не в инсте? Ламруа где? Войт, слышишь? Все, пуляйте декапку, короче, нехуй стоять. Давайте быстрее. Вот, пальпация зашла. Сейчас у меня пальпация. Кулак на хантах перебил, бахнуть еще раз потом. Ну, сейчас этот самый. Я прото, воет крест, зухпал, кулаки, молодец, каски. Метки с рейда выбежали быстро. Ламруа и Арт Вейдер. Вы можете, ну, трэш большой там не долбить особо, я вас не буду за это ебать, но должен быть идеальный на пуль трэша. Вы должны напуливать не когда его уже собрал под боссом, а когда он бежит только, чтобы он не убивал хилов. Вот, поэтому ловушку ставите немного дальше от этого, от босса, чтобы она не активировалась от босса именно, пока еще нет трэша. Это раз. Второе, вы должны давать на пул град стрел, смотреть по ситуативно это по ситуации смотреть, объясню, если вы не знаете значение этих слов. Вы должны давать этот самый на пул, на ту, ну бля, ну мало ли вдруг они не понимают, бля, ну сука, ну в натуре. Я просто, ну, нахуй надо этот самый, блядь, просто. Ловит. На мишку идет, сыраешь что-нибудь или нет? Ты нихуя не идешь. Этот самый, смотрите, ребята, я вам просто объясню. Там, блядь, ханты, вы просто посмотрите, с какой стороны больше трэша бежит, короче, и туда, блядь, дайте град стрел, блядь, так, ну, это... Кратце, чтобы напулить на меня, чекаю на бафы, чекаю на пул. Первая копия, это ДК, Ротрембер, короче, Рот, второй Хризи, третья моя копия. Этот самый Войд хиль нон-стопом, двух ДК, короче, это Трисия хиль нон-стопом меня. Вот, все, пуляй ДК, все.
на пульте хорошо на ДК сейчас. Хризи, твоя первая копия. Подрожа не власти. Наберите раньше, не стойте в куче, как стадо овец. Смотрите, копия. Лови. Дал каплю. И хитя Хризи, там он вырос 99 стаков. Твое сильнее страдание. Умер нахуй. Вот хиль меня, на меня частицу и меня оверхил. Этот кинь зубы на меня быстрее. Вот отлично. Без вас я бы долго не продержалась. Реснуть меня, реснуть Хризи, реснуть или Хризи. Так, мне в дверь звонят. Сейчас минутку. Там убейте этот босс, он там потанчите. Не подвергалась такому штурму. Потанчите босса, я сейчас подойду. Это убейте без меня. Мы даже не успели понять, что происходит. Стойте, сейчас мы наедем. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетом. Где лоб наш? А, помнишь? Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного... Какой фоска на оп? Давай, пуляй. Не дашь мне обмен, я тебе дам фоску на оп. Но одно я знаю точно. Ты подошел, все уже видишь, да? Ну сейчас я подбегу. Дайте там по фризе. Дайте по фризе, там ну, паладин этот. Молодец, дай каску. Жухпал, дай кулак. По ДК. Там трэш потанчите на две стороны этот Хризи. Потому что ну меня нет. Еще одно попрошу, ребята, заранее, кстати, на трае, пожалуйста, будьте добры, очень убедительная просьба. Не перебивайте меня, ну, потому что я начну теряться, и, ну, будет беда, короче, этот самый. Давайте по бафам я назначил, теперь по этим, по фридомам, там зухпал, молодец, разберитесь между собой. Четвертая пати, кроме демона. И пока вы дайте бафы.
Тот самый. По инерам. На первой Фаларион залёшь инер чёрному лимону перед выходом. И небесный также. Джест залёшь нубахилу инер, ну, как зайдёшь во тьму. Вот. Потом этот самый. Потом на третьей фазе по КД уже заливаете нубахилу инеры. Нубахил, и вот будете хилить свет. Черный лимон, Марат и Сатарепу будете хилить тьму. По диспелам теперь Джесс, ты сможешь подиспелить в этом? Джесс, ты заливаешь инер, чтобы не было косяков с инером. Как зайдешь во тьму, зальешь инер, и потом по КД инеры отдашь. А Фуларион небесный, вы зальете черному лимону перед выходом там во тьму, с тьмы. Отдадите инеры, чтобы там на фул хп. Еще одно, что я хотел сказать, по диспелам. Джесс, ты диспелишь рейд свету, слышишь? Джесс, поставь плюс, что я знал, что ты будешь диспелить свет на третьей фазе. Джест. Нет, ты всех диспелишь, не тех, кто не может, блядь, а всех, чтобы потом не было говна. Этот самый, ну, в принципе, те, кто себя могут диспелить, диспельте себя сами, старайтесь. Вот, что еще. Хризи начинает, он будет танчить тьму у нас. Бля, все, больше нет ДД Фласа, когда последний он, ребят. Итак. В принципе, давайте пристабав лапу во тьме, либо Марат, либо Сатарепа, подиспельте там. Итак, чекаю на баф и чекаю на пул. Все, я сказал. Чего не хватает, Дима? Джанси, все готовы, заходите в клуб. Сейчас уберите руки от клавы. Зашли в круг, пуляй ДК. Все, давайте. Отлично. Домашки. Ближе звездочки не подходите. Милики. Ближе звезды не подходить там. Милизона. Оставьте метеор ближе звездочки, получите ХП. Пылающий огонь. Марат, выноси. Обходывай себя сразу. Смотрим метеор. Рейд перебежали. Перебегаем подальше, метеор близко, чтобы лужи не задели. Выходим из луж, милики. Англив это ГП, если, ну, если будет вайп. И напуливаем трэш ханты. Отведи мобу. Играем в мелкий трэш, милики. Англиву дай БР этот. Небесный, нет, Марат, дай БР Англиву. Доливайте мелкий трэш. Смотрим, метеор, побежали рейд. Марат, дашь БР сейчас этому Вару. Вар, давай БР по Вару быстрее. Трэш напуливаем. Зачем ты хилишься, ДК? Не хилишь. Я не знаю, как все делать. Я не знаю, что они идут на меня. Заливайте трэш, переводите боссы. Босса активнее. Босса, 5 секунд до перехода, блядь. Босса играем, 2%, процент. Англив, ты тут, плюс они. Англив, вар. Марат, дай БР, блядь. Этот, четвертая пати осталась. Этот, дай сова, Джесс, дай БР по Англив. Быстрее. Сразу баф по нему дали, захильте его. Вот. Все, заходи, заходи, вар. Заходи во тьму. Быстрее. Выноси метку назад, баш. Фридом на баша. Встаньте в звездочку. Вот. Играем в босса. Дамажим. Отлично. Там как добьете, скажете.
Сатарепа, назад, 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 не наперед, на... зачем несешь наперед, назад, диспелься, возвращайся в рейд. Играем в босса. Смотрим, следующая метка будет наперед. Заходите, заходите, быстрее, 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 скорее. Скорее, мах, уйди из-под босса, выноси хант, артвейдер. Захиливайте ханта, диспельте. Захиливайте, двигайтесь. Готов этот, еще рано, бейте пока. Будет выход во время лезвий, скорее всего. Смотрите, сейчас метку просто назад выносим. Хризи, хильте, блин. Выноси метку быстрее, Англий. Вот, дамаж. Там палы по варам. Смотрите, выход во время лезвий. Смотрим. Не залейте портал сейчас. Стойте, не выходите, двигайтесь. Черный лимон в сторону, все, выходим. Выходим, выходим, выходим. Так, свет вышли. Давайте Геру. Давайте Геру, ближе звездочки не стоять. Ханты надо хороший на пул, дамажьте. Дамажим рейд метку, чисто назад Фаларион Цова. Диспельте его. Так, отлично, дамажим босс. Смотрим метеор, побежали рейд. Оттягивайтесь очень близко. Дамажим босса, дамажьте, еще дамажьте босса пока что. Ма, можете дать Геру, вышли, служи, на пул, ханты, даем на пул. Ханты на пул, на протопала. Милики, играем трэшер, ДД в большого, быстрее, Войт Хилл. Вот, играем по трэшу. Свет босса не бьет, играем чисто в трэш. Ма, дайте Геру, вы дали Геру, нет? Ну, Бахил, выноси метку, быстрее. Я диспель, возвращайся. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну все, все играем по боссу. Двигаемся, рейд, быстрее. Вот, упал трэш, все, босса не бить, стоп ДД в босса, стопните дамаг, смотрим трэш, напуливаем трэш сейчас. Вот, играйте в трэш активнее. Вот, отлично. Отвожу немного, мелики в мелкий, РДД в большого. Играйте по трэшу, больше урона. Вот, все, продолжаем бить босса, выноси метку назад, не туда, возвращайся в рейд быстрее, стали не ближе звезды, милики, перебежали рейд, быстрее двигаемся. Гимн надо на ману, нет? Да, дай гимн на ману, сейчас дай гимн на хп, смотрим, напуливаем трэш. Че ты стоишь-то, ебаный в рот? Выноси метку, скорее, я не вижу просто. Играйте в трэш. Заберите мелко. Забери босса. Босса забери. Лол, нахуй. Падаем. Ясно. Сейчас все будет. Чего, блядь, ты можешь нахуй не хилиться, блядь, когда трэш, сука, появляется? Вот первая фаза на тебя постоянно мелкий трэш бежал, блядь. Я не хилю. Постоянно. Зеленка, это тоже, ну, он агрится на все, ну... Я хуй знаю, я тебе дал каплю, сейчас будет, короче, сейчас убьем. Фу, блядь, я заебался. ШП, если вы видите, что мелкие мобы бегут на ДК танка, дайте иссушение в этот, в большого. Я им читал, ты сказал. Ну, сейчас все будет. Сейчас все будет, сейчас все будет. Ханты, с напулом поярче чуть-чуть, поярче, пожалуйста. Кто там лежит? Хризи, покидай тело, лети быстрее. Быстрее, Винс. Быстренько, быстренько. Англи. На первый трай я тебя прощу, следующий трай получишь вдвойне, еще раз закосячишь, понял? Этот трай прощается. Твои грехи. Играйте, ребята, аккуратнее, блядь. Получайте меньше урона. Ставьте рыбу быстрее, дайте фут по баху. Смерть, этот монарх, слышишь? Просто ветки носишь в свету за спину босс, ну, за спину рейда, понял? Вот этот ров монарх, я видел, ты там, блядь, нинжевался, не знал, куда бежать, бегал, блядь, ты простишь как.
Так не надо место, просто за спину рейда неси, и все будет заебись. И тьме места хватит, и всем хватит. Этот самый... После этот самый пальпация, смотри по гимнам, пальпация, гимн на ману Адаш после первой перебежки. Вот. Гимн на ману. Там шаман этот, Трися, если этот тем запилишь. Так, чекаю на баф и чекаю на пул. Мне когда давать? Мне когда давать? Гимн. Элоран, там по ситуации разберемся, вот посмотрим уже. Окей. Okay. Этот ни к чем, чего не хватает. Участок КД на БР я вижу. Все, все готовы, станьте в звезду. Ну, этот, Хризи, начинай. Хризи, ну, как-то активнее ДДФси, там, сливай руны крови. Там, я не знаю, просто у тебя реально там летит, бля, пиздец. Во тьму я зашел, я же охренел. Там ты просаживался, пиздец, просто. Ближе звезды не стоять, милики. Вот там кто стоит, кот, еще какой-то петух. Так, метка. Метеор перебежал, рейд быстрее. Быстрее шевелитесь. Кто умрет от огня, получите вдвойне ГП. Вот трэш, нам все отлично. Напуливаем на ханты. Вот. Ханты напуливаем на протопала. Вот, почему сейчас трэш на тебя не шел, ДК? Понятия, понятия. То же самое делал, что я на том. Играем в трэш. Играем в трэш мелкий, все, играем в босса. Играйте в босса, трэш да сдохнет сейчас. Я подведу его сюда. Играйте в босса, смотрим метку Англии, выноси. Больше урона в босса. Мало, очень мало мы дали по боссу. Надо очень, намного больше дать в босса. Сейчас после перебежки играем только в босса, понятно? Только в боссы. Завис. Ты отвис уже, надеюсь. Холли Крис, ты отвис? Этот, Мара, дай БР. Играйте в боссы. Стой, не заходи, пока лужи не... Не заходи. Вот это все, рейд зашли. Четвертая пати осталась. Дайте бафы по Холи Присту. Залейте озарение. Небесный Холи Присту, слышишь? Небесный шаман этот, друид. Вот, отлично. Отлично, отлично. Все. По тьме метку назад. Наси, черный лимон. Вот, выноси, играем в боссы. Как свету добьете, скажите мне. Смотрим, сейчас лезвие будет. Лезвие, двигайтесь. Метку ни к чем, назад, назад, не наперед, а назад. Добили. Вот, отлично, заходите. Свет. Смотрим, следующая метка сложная, ее несем наперед. Носферату, смотри, лезвие, вот, отлично. Уноси. Диспельте его, блинком возвращайся. Дамажим босса активнее. Выход будет во время лезвия, ребята. Что-то у нас ДПС не хватает, поэтому ну, будем выходить. Впервые подождем метку, тогда выйдем, понятно? Метку назад, арт, быстрее. 52%, готовьте свет. Захиливайте Хризи, выходим рейд. Выходим. Выходим, свет. Выходите, успеваем до метки. Отлично, свет вышли быстрее. Метку ни в чем выноси. Давайте в святую веру. Дамажим активнее. Больше урона. Сейчас первая метка в святу. Назад. За спину рейда. Пальпация выноси. Смотрим, метеор сейчас будет. В святу. Метеор. Посмотрели. Двигаемся, рейд. Так, ханты напуливаем трэш. Отошли милизона лужа. Смотрим ханты на пул трэша. Больше на пула, больше на пула. Вот. Став мах умер.
Это ГП, бля, глыбу надо обновлять. Этот небесный, дай БР помогу. Монарх, ты рох, ты умираешь, короче, этот самый. Метка на ней, выношу, заморозьте трэш маги. Смотрим, сейчас будет метеор. Став, забафайте мага. Перебегайте быстрее. Рога нет на пула, метку фаларион уноси, диспель санкция. Ханты напуливайте хорошо, рога нету. Хильте меня. Играем милики мелкий трэш. Код не мой, ну, видишь, что срываешь, стопай. Тупой код, блядь. Ну, блядь, ну ты ж видишь, сука, что нет рога, блядь. Нахуй ты всекаешь, стоп, не дамаг, блядь, секунду, нахуй. Падаем. Вайп, развели на рейд. Ты ж, сука, включи нахуй мозги, блядь. Ты ж видишь, что, сука, хан выносит метку. Рог умер, блядь. Включи ебучие мозги. Ёбаный в рот, нахуй. Бомбит, нахуй. Да потому что я трэш танчил, я забирал сниф, потому что я видел, что рог умирает, понимаешь? Я вообще не пойму, как рог с напулом умер. Ну. Ты череду монарх не используй, она тебе нахуй здесь не нужна. Резайтесь быстрее, блядь. Вы должны играть, здесь игра, блядь, нету заученной тактики. Здесь все отталкивается от ситуации. Код, если ты видишь, что, блядь, умер рог, так дайте пару секунд, у нас ДПС предостаточно. Дай пару секунд набрать агро, не гони за ебаными цифрами, блядь. Включи ебучий мозг. Просто слов нет, блядь. Я в него только дал моста, он дальше ебашит, блядь. Ну не манна пула, как я тебе соберу весь трек? Этот сфакс. Маг, блядь. Почему ты дохнешь, блядь? От трэша просто. Сфакс, маг. Объясни, почему вот трэш только появился, и он сразу дал тебе пизды. Я не буду выбирать слов, блядь. Просто объясни. Мах, сфакс, ты меня слышишь вообще? Прием. Я сам с собой разговариваю. Ну вот, видишь, блядь, почему не обновил? Кушайте рыбу. Давай, ГП ебаш, надоело, потому что со слакой тебе сразу дают. Мне на первом трае давали даже, ничего страшного. Я никому ничего не дал. Давайте, соберитесь. Вот, чего не хватает. Каски, каски бафай. Паладин, молодец. Все, он пробафал. Чекаем на баф и чекаем на пул. Несфератус. Вот, я о том... Все, все готовы. Так, тихо, пожалуйста, закройте теперь ты. Это, ДК, начинай. Марат. Ты диспелишь первую, вторую, третью фазу там, чтобы Ар не кричал диспель. Тут ближе звездочки милики не подходят. Звездочка для вас стоит, милизиона. Смотрим, сейчас будет метка. Смотрим. Арт, выноси метку быстрее, диспельте его. Возвращайся в рейд. Вот, побежали рейд. Домашние боссы. Дамажим босса, ребята. Смотрим, мы уже возле рейда. Так, даем на пул, ханты. Ну, на пул. Играем в босса, чисто в босса. Милик, я подведу вот мелкий, чтобы по бочке залили. Играйте чисто в босса. Смотрим, сейчас будет метка. Ее несем фаларион. Ой, ДК, диспельте ДК, диспел ДК сразу, выходите с лужи, захиливайте ДК, побежали рейд, ДК прожмись, на тебе щиток свой отдам. Смотрим, метеор,
от фрейма отошли в лужа в рейд, лужа в рейд. Да, это падает, нахуй. Это вот, блядь, пальпация, молодец, никчемный, весь это все ГП, блядь. Заебало. Вы не можете, сука, отбежать от босса, блядь. А у нас была аура тогда? Да, да вы просто стояли под боссами, просто все сдохли там, блядь. Вы даже не пытались, вы просто перебежали на другую сторону, развернулись, начали бить. Ребята, не мрите от луж. Там Аршам должен тотем ставить, ауру лучше поставить на каст. Вот, сейчас, короче. Давайте резаемся быстрее. Сейчас все будет. Этот Войт, ставь третью. Этот. Вот так вот будет. Поставьте рыбу, сейчас убьем. Просто, ну, мне еще протопадом еще тяжело командовать, потому что, ну, не очень хороший на пул. Ханты, смотрите, давайте град стрел там, где больше мобов появляется, туда и напуливайте на меня, хорошо? Потому что вы напуливаете трэш, когда он уже под боссом, когда я его уже собираю таунтами, я не должен переводить таунты, я должен ловить таунтами те, кто убегают на рейд. Я вам объясню механику. Я там могу одного забрать. Ну не так, как я собрал, блядь, забрал с небесного. Трэш, он, кстати, ты говорил, ты два раза ударил. Трэш только начал сбегаться, на тебе уже висело пару мобов. Я забрал с тебя, и ты начал, ну, долбить, и тебя убило тогда. Отпивайте ману, все готовы уже, сейчас будем начинать. Все, это трай победный, короче. Я хочу убить, так что давайте убьем. Чекаю на баф, чекаю на пул. Ни к чем, зубпал, чего не хватает. Все готовы, начинай биха. Все, играем. Намажем босса. Аккуратнее просто. Смотрим меточка. Сейчас на ком будет. Ни к чем, выноси метку. Сразу диспельте вара, диспел. Смотрим метеор. Блять, перебежали. Не останавливайтесь сразу под боссом, натяните, чтобы не сдохнуть уже. Смотри, он не умеет себя диспелить. Смотри, что вот он стоит. Это сатарепа, беги. Диспелис. Захиливайте его. Он вылетел, наверное. Он его возражение отдал. Вот выбежал. И мне свератус вынес в сторону. Диспелис я сам. Смотрим. Побежали, рейд. Захиливайте ему свератуса, магу. Сатаре похилься, блядь. Ну я его сейчас заменю. Выйдите, служит. Дал массакры. Играйте в босса. Вон там Войт холит, ты стоишь под боссом, но ты хочешь, чтобы тебя не жил. Баш, как ты вздыхаешь? Играйте в босса. Этот Тангра, дай БР по башу. Сатарепа, ты здесь с нами? Не заходи, ДК. Да дали бафу по башу. И все, заходи, танк во тьму. Танк пошел. Рейд заходит во тьме, останется два хила, Марат. На тебя вся надежда. Там диспель, короче, божи, короче. Вот. Это репа у нас отпал. Когда бьете, выносил амруа назад, просто назад. Там. Возвращайся в рейд. Двигаемся, лезем. Добили. Джанси, выноси, заходите, рейд. Джанси, выноси назад, Дима. Все, выбегай.
нахиливайте Хризи. Во тьме сейчас будет очень больно бить, свет нельзя передавать. Зухпал, наперед, наперед, наперед неси. Выноси. Там ретрики, когда хилы будут таскать метки во тьме, будете кидать хилам фридомы. Хризи захиливайте. Это волной. Залейте ману, друиды. Почему иннеры не дали? По иннерам я же называл вас еще на первом трае. Элонара назад выноси. Я дал. Вот. Сейчас мы выйдем, вам будет легче хилить. Там будет вас 7 человек. Двигаемся. Все, выходим. Свет, выходим быстрее. Я упал. Быстрее. Бля, Войт, ты придурок нахуй? БР есть, да, дай БР, дай БР, час быстрее. Фуларион дал. Молодец. Блять, насрать еще упал. Это Фуларион, дай БР по молодцу, быстрее. Быстрее, Элоран назад. Я попаду, да. Вот, давай, падаем. Да падаем, все, там БК вот танк упал, блядь. Да, потому что... Войт, блядь, ты, сука, можешь встать, блядь, подальше, нахуй. Ты тут, блядь, ну ладно, они тупят. Ты играешь ебучим паном, тебе просто отойти дальше. Что это за ебучая тупилова, нахуй? Меня убил так босс, блядь. Стоял. Фу, блядь. Сатарепа, ты там живой? У тебя все нормально? Да у меня тоже вот такие рывки появляются. Я не знаю, почему это, кстати. Хуй знает. Ну да, у меня тоже так же, вот на третьей фазе предыдущий трай тоже фризы какие-то непонятные были. Я не знаю, что это. Хуй не знаю. Бесайте скорее, блядь. Войт нахуй, отойди нахуй подальше, блядь. Нахуй ты стоишь, блядь, чтобы тебе босс давал лещей. Кушайте рыбу. Давайте мазбаф и крестобаф лапаем ту быстрее. Войт умирает, блядь, потому что дракон выходит и дает ему пизды. Просто, блядь. Ну да, блядь, то же самое, блядь. У меня они, блядь, буквально там секундные, блядь. Ну как секундные, там, блядь, 5-10 секунд вот так. Не больше. Чекаем на баф, а чекаем на пул. На Носферату чего не хватает маха. Марат. Марат. Скорее, отбивайтесь. Он рыба слит. Ламруа и Артвейдер. Хороший на пул давайте, пожалуйста. Ребята, очень тяжело собирать трэш и командовать рейдом. Я не могу разрываться, нужно больше на пула. Никчем. Никчем пальпация. Давайте так, чтобы сейчас на метеорах никто не умирал. Все, ДК, начинай. ДК, пуляй, Хризи, пуляй, 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 Хризи. Вот, отлично. Играем в босса. Смотрим, сейчас будет меточка. Асфакс, выноси, Сансей Диспель. Перебежали рейд, быстренько, двигаемся. Оттягивайте, лужа в рейд. Дал сакру. Ну, диспальки не сфератуса. Великий ауещи, мелкий, РДД играйте в босса. Вот, зачем ты долбишь трэш, бей босса. Зауешь тебе побочным АУЕ. Смотрим метку, сейчас назад выносим. Элоран, выноси и через хвост возвращайся. Вот, собрались звезду. Рейд, побежали. Вот, отлично. Вот. Играем в босса. Сразу не заходим, но... Играем в милики, можете ауешить трэш, я подведу под босса. Ну, все, переводим босса. 2%, переводите быстрее. Процент. Все.
Тут лишь на ДК сразу заходи. И прижимайся, заходи. Хилы пошли, четвертая паки осталось добивать. Рейд заходим. Отлично, стали в звездочку, дамажим. Там маги, обновите МК друг друга, вы еще свитку я затыкал. Там милики, смотрите, что вас не позбивало, там кто-то был в заднице. Смотрим, сейчас не метка ни к чем выноси. Вот, отлично, возвращается в рейд. Смотрим, лезвие сейчас будет. Лезвие, двигаемся. Свет как добьете, скажете. Ждите пока. Зухпал назад, назад. Заходите. Заходите, свет. Вот, отлично. Дамажим босса. Мы там успеваем выйти до метки, поэтому, ребята, этот самый, будем выходить во время лезвий. Но надо будет оперативненько выйти. Вот, смотрим, сейчас метка будет сложная. Ангриф сложный, смотри, вот. Вы носи наперед, захиливайте вара. Сова, двигайся. Смотрите, там свет. Готовьтесь. 54% у босса. 53%. Метку назад, Англию. Просто назад. Смотрим, выход будет во время лезвия, рейд. 51% готовься, ДК. Смотрим, готовимся на выход. Вот лезвие. Начали. Выходим в свет. Быстрее, быстрее, быстрее. Метку там в сторону. Опять два хила во тьме. Свет, давайте Геру. Вышли все, даем Геру. Мы сейчас тебя поднимем. Поднимай быстро этот небесный, быстрее только. Да, да. Всех КД, да? Сейчас, после перебежки. Перебежали, рейд. У кого есть БР, плюс они такие друиды, свет. Все, свет, стоп, босса, не бейте босса, там два хила. Там два хила, не бейте босса. ДК хильте. Войд, хиль ДК. Милики, играем в трэш. Арт Вейдер, напуливай на меня. Джесс, дай БР по Холи Присту. Метку назад, просто назад. Все, играем в босса, выравнивай босса. Смотрим, перебежали рейд, двигаемся быстрее. Босса не бейте. Ура, диспейн, блять. Беги, малышка. Войд, выноси беги. Метку, дал каплю на ДК. Трися, прожми, гим на хп слей, пальпация. Пальпация, гим на хп быстрее. Захиливаем рейд. Друиды, БР есть свиту? Плюс в рейд, у кого есть БР, поднимите холи приста. Кот, молодец, блять. Тупой, блядь. Играем в трэш. Некрис, то же самое, блядь. Перебежали рейд. Да не, это ты, да. Играем в босса, играйте все в босса. Бля, у нас минус 3 уже. Играйте в босса, свакс, выноси метку. Играем РДД в большого, милики мелкого. Я, короче, сейчас коту за эти смерти, блядь. Это, ну, не он не умеет напуливать, это ты тупой, блядь. Почему, блядь, это... когда Джерри он напуливает, почему-то мой кот не умирает, блядь. Закрой рот, закрой рот. И этот, маз, стоп, ДД. И морози трэш, маги трэш морозим быстрее. Хильте меня сейчас, вот хиль. Доиграем трэш, быстро. РДД помогаем. Тма стоп, тма играем, рейд играем. Все бейте босса, перебегаем быстрее. Смотрим, уже в рейд. Милики, отойдите. Выноси метку. Дарт Вейдер. Нет на пула. Аккуратно стрешим сейчас. Вот этот лок и, ну, кот. Если мы не убьем, получите ГП. Все, играем в трэш. Дайте БР коту, если есть. Играем только в трэш. Чисто... Ма, стопните урон. Гим на ХП слей этот. Элоран, мамы. Ты, блядь, перебежали. После перебежки гимнаману. После перебежки гимнаману давайте этот самый фулбд. На пуль трэш только.
на пульте трэш и играть в босса, чисто в босса. Играйте в босса, не бейте уже трэш. Трэш уже не надо бить, хильте танков. Играйте в босса, свет. Два мира, играйте в босса. Кстати, по поводу кота я еще могу понять, но лоб зачем его ЕКО стоит под мелкой, всех уезжает. Ма, прожмитесь. Перебежали, свет. Приморозьте маги трэш, приморозьте трэш, маги. Быстрее, вот, отлично. Перебегите. Играйте в босса. Уже ничего не напуливайте, просто добейте босса. Дал сакру. О, блядь, твою ж мать. Это до вас не доходит, что кроме вас у меня еще два танка, которых надо хилить? Да, блядь, вот... Кастует, а у него... Не, просто, ну кот, блядь, ладно, это его, блядь, как бы дело, не, убивать трэш. Не, на ханте трэш. Метка, понимаешь, на ханте метка, а кот всекает, ему похуй. Он, блядь, не может стопнуть, блядь. Вот у него нет мозгов там, блядь, просто нахуй, блядь. Ебать, швейцарский сыр, весь в дырах, блядь. Да подумай головой, как ты играешь. Не-не-не, я согласен тут с фокус хира, потому что, ну, это его дело, короче, бить трэш. Если он его не будет трогать, он вообще не умрет. А вот лог, ну, да, зачем шарю, умер, я хуй шарю, знает. Блядь, он может стопнуть, понимаешь, Триси? Триси, на, за бесплатно. Я вижу, что кот дохнет, но у меня просто БДК два раза так всекло, что я тупо волны в БДК кидал. Хотя это вроде его и должен делать, или... Ну, блядь, посмотри, сколько я похилил там БДК. Лям 370. Тихо, но сразу... Я имею в виду в тот момент. Да, пожалуйста. Но ты же учитываешь, что ты его хилил еще и на этой фазе. Да мы сейчас чуть не обосрались, я тебя хилил. Сколько там за чешку? 703, да? Угу. Себя хилил, блядь. Кота не успел хильнуть, только начал кастом сдох. А сколько наручи стоит? Рольте наручи. Сколько они ГП стоят? Хуй знает. 4-4-4-8. Ну там черный лимон, вин там однозначно. Настя, поздравляю. 468. Так, плюсуйте, кто там. А чё чешка без ролла была? Да как без ролла? Я кинул на ролл, он паролил, я отдал по ИПГП, нет? Что без ролла? Сорян. Кто на ИП заходит, плюсуйте, кто заходил на ИП, плюсаните, я начислю ИП. Будьте добры. Латика, это кто? Дали замену? Он даже в рейде не был, если что. Кто в рейде, плюсуйте, ну, на ИП. Блядь, на какую замену? Бейбэк. Дурачок. Так, еще одно тело, кто там? Лекрис. Плюсуйте на замену. Кто, говорю, на замену? На ИП, блядь, на замену. Уже меня в блудняк гоняете. Кто там? Еще одно тело. Короче, начислю точечно этому телу. Анклер, я тебе писал, что ты не можешь получать ИП второй раз. Ты все равно сошел. Ну, давай он это... Давай ему ИП и Триси за такую хуйню. Сколько там? 2к, да? За РС. Да или нет? Он уже получал ЕП на этого персонажа. Он не может получать на него второй раз за РС. А кто это? Никита. Ну, лог был, сейчас зашел мага. Так объясните вы ему, он не знает, может, правила эти. Бля, да каждому объяснять, что ты заебешься, блядь. Короче, смотри, ты не можешь два раза получать на анкера, сходить.